Рад приветствовать вас, господа товарищи. Сегодня с вами мы распакуем лодочку бренда Таймень в размере 3,40 с надувным дном низкого давления. Сразу хочу отметить, что вес этого комплекта 36 килограмм. Во мне 75 килограмм веса, но в одного, в принципе, ее куда-то там в машину закинуть можно. Ну а так лучше вдвоем. Приступаем к распаковке. Упакованы эти лодки достаточно качественно. Цвет у этой красавицы не обычный зеленый, а красно-черный. Поэтому будет интересно посмотреть на нее. Располагаем лодку сразу в удобное положение, чтобы удобно было ее развернуть. Внутри чехла мы видим упакованную еще в один целлофановый пакет лодку, паспорт изделия и руководство по эксплуатации. Сбоку мы видим насос, который идет в комплекте. Так, это мы отложим в сторонку. Внутри чехла у нас также идут весла. Ну, весло, откровенно говоря, конечно, узковатое, но для таких лодок, таких размеров, оно, в принципе, и служит для того, только чтобы где-то припарковаться, потому что это, напоминаю, моторная лодка, на которую вы можете вешать моторы до 15 лошадей. Два сиденья, две банки, так называемые, крепление электрос-ликпас. И, конечно же, ремкомплект с ПВХ такого же цвета, как лодочка. И хороший клей мастер. ПВХ у этой лодки пятислойная, 900 грамм на квадратный метр плотность этого ПВХ. Убираем в сторону. Разворачиваем нашу красавицу. Цвет очень яркий, броский. Люблю красный цвет. Как многие уже знают, дабы не тратить времени, мы всегда используем наших надежных помощников. Это насос Браво. Вот такой красавец, в которого вы можете выставить давление, сколько вам надо. Ну, в нашем случае нам нужно будет 0,2 и 0,3. И второй помощник, это, конечно же, литий-железо-фосфатный аккумулятор с выходом для 12 вольт, с зарядками быстрыми и с кулометром. Ну и, конечно же, с клеммами для крабов. Все, подключаемся и накачиваем. Боковые баллоны по 0,2, дно 0,3. Погнали. Так, в нашем случае сегодня мы используем 130-й аккумулятор литий-железо-фосфатный, повторюсь еще раз. И насос фирмы Браво итальянской. Годами проверенный насос с множеством переходников. В общем, смотрите, как это делается. Открываем клапан, вернее, закрываем его. Засовываем сюда шланг с переходником. Выставляем на насосе нужное нам давление. В нашем случае, повторюсь, нам нужно 0,2. Все, вот мы выставили 0,2. Достаем клеммы. Одеваем их на аккумулятор. Все, у нас все готово к тому, чтобы накачивать лодку. Теперь нам остается только включить насос.
боковина, напоминаю, 0,2, но 0,3. Но каждый производитель об этом указывает, но имейте в виду. Выставляем 0,3 и поехали. Все, лодка готова, надута. Сейчас мы ее оденем, как говорится, и покажем вам уже в собранном виде. Чтобы вы понимали, одному человеку вполне под силам справиться с этой, с таким размером лодкой. Так, сидушечки у нас одеты. Банки, склянки, не знаю, как хотите называть. Мне как-то больше привычнее их называть сидушки. Устанавливаем весла. У весел есть свои крепления, в которые они вставляются и фиксируются. И прилегают максимально компактно к лодке. Сюда мы сразу оденем крепление под два спиннинга Electros Leak Pass. Для этого нам придется сейчас быстренько снять одну сидушку и засунуть. Я знаю, что все, кто меня смотрит, люди не пьющие, но чисто под минералочку, вот такое крепление, такой кармашек, скажем так, будет очень удобный. Ну а кто все-таки пьет, банка пива сюда залазит прям идеально. И на соседнюю сторону, где крепление под спиннинги, мы оденем вот такую отличную сумочку под всяческие предметы, коробка со снастями, здесь также подстаканники. Очень удобная вещь на таком же креплении. Подвигаем это добро. Пожалуйста. Все у вас под рукой. Все, корабль готов к плаванию. Сейчас я, как и обещал, расскажу про его характеристики. Высота посадки от палубы до сидения 330 мм. Это достаточно хорошо, так как баллон в данном случае очень высокий. Баллон 45-й, ребята. Кто знает эти цифры, тот понимает, что это достаточно высокий баллон. А чем выше баллон, чем прямее спина, тем медленнее она, так скажем, устает. Грузоподъемность этого баркаса 550 кг. Этого много, очень много для двоих, даже троих человек. Достаточно. Ну вот, господа, я ростом 180 сантиметров, вполне комфортно бы себя здесь ощущал, даже имея сзади мотор, там какой-нибудь девяточку. Еще раз повторюсь, сюда можно вешать мотор до 15 лошадиных сил. Эта лодка развивает, может, скорость до 45 километров в час. Откровенно говоря, для двоих человек идеальный вариант. Втроем, да, где-то можно переместиться, где-то что-то. Вчетвером даже вполне, она четырехместная. Но вот рыбачить, кидать спиннинг, да даже с удочками, я думаю, ну, вам будет здесь комфортно, потому что каждый сантиметр, вы знаете, имеет значение. Всем, кому заходят такие видео, пожалуйста, поддержите его, чтобы это было ясно. Всем удачи, скоро будут обзоры, скоро у нас зима, будет много обзоров на разные вещи, будут рыбалки, скоро будет Тургай. Всем пока!